Утренний Лас-Вегас. Только что после трансляции в Перископе. И я сниму небольшой влог для сегодняшнего шестого дня. Шестой день пребывания в Лас-Вегасе. Я начал в Белладжио. Чашечка кофе, завтрак. Ну и трансляция. Я показал вам в трансляции. И ссылочку давайте попробую здесь разместить. В трансляцию о люстре за $1 миллион. А вообще я сделаю проще. Я еще 5 числа приду в Белладжио и сниму видео, потому что это стоит того. Вообще мы хотим 5 числа прогуляться по Лас-Вегасу и снять по отелям достопримечательности. Их я узнал 10 лет назад, когда впервые приехал в Лас-Вегас. Мы наняли русскоговорящего гида, который очень четко провел за один день по всем отелям. Просто мы проехались на монорельсовом поезде и увидели практически все основные достопримечательности отелей. А Лас-Вегас — это и есть отели, казино. Утренний завтрак. Все кафешки на стрипе, центральная улица Лас-Вегаса, они все заняты. Прекрасное утро, прекрасное настроение. Не забывайте, что вы сами формируете свое настроение, свой день. Да, и это начинается с утра. Никогда именно с утра. Хорошее настроение, ваши мысли. Чем мысли ваши чище и позитивнее, тем и день ваш пройдет намного лучше.